Традиция создания портретов с изображением черепа на оборотной стороне картины сохранилась и в XVI столетии. Примером чему служит натюрморт Яна Госсарта, прозванного по месту рождения Мабюзе. Этот натюрморт написан на оборотной стороне портрета канцлера Жана Карунделя, правой части двухстворчатого складня, на левой створке которого изображена Мадонна с младенцем. Компоновка натюрморта очень простая, состоит всего из одного предмета, положенного в каменную нишу черепа, над которым на развивающейся ленте написано по латыни изречение святого Иеронима: «Нерассудительны те, кто не думает о грядущей смерти». Внизу по нижней кромке основания ниши выбито крупными буквами по латыни: «Безвременная смерть». Мастера, близких к Нидерландам областей Германии, находившиеся в орбите влияния нидерландской живописной школы, также использовали аналогичные этнографические мотивы. Так, например, к подобному типу натюрморта с мотивом черепа, исполненного на реверсе живописного портрета, обратился и немецкий мастер, работавший с 1515 года на Нижнем Рейне, преимущественно в Кёльне, испытавший сильное влияние нидерландской живописи – Бартоломеус Брейн-старший. Два таких натюрморта Брейна имеются в собраниях Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Государственного музея Крёллер-Мюллер в Ватерлоо. Первый из них композиционно очень схож с картиной Госсарта, такое же изображение положенного в каменную нишу черепа с приколотым под ним бумажным листом и с эпитафией на нижнерейнском диалекте: «Ничто не защитит от смерти, поэтому живите так, как хотели бы умереть». Сам портрет на оборотной стороне этого натюрморта, переведенного в XIX веке на холст, не сохранился, но о том, что он существовал, можно судить по второму натюрморту Брейна, который написан на оборотной стороне портрета Иоанна Луизы Тиссиер и состоит из предметов, символизирующих бренность земной жизни. Здесь представлены череп, подсвечник,
с угасшей свечой, символ оборвавшейся жизни, и дощечка с прикрепленным к ней булавками листом бумаги с латинским девизом: «Все подвластно смерти, смертью испытывается все сущее». Питер Симонс Поттер, отец знаменитого художника, аномалиста и пейзажиста Паулуса Поттера, родился в 1597 году в Энгхёзене. Во всех известных картинах Питера Поттера типа «Суета-сует» фигурируют предметы, такие как потухшая свеча, курительная трубка, череп рядом с книгами, палитра, ноты, музыкальные инструменты. Появляются все новые предметы: гусиное перо с чернильницей, грамота, запечатанная большой печатью, глобус и саквояж. Все они олицетворяют людское тщеславие и суету, выраженное в стремлении к славе, страсти, путешествиям, ну и так далее. Племянник и ученик Давида Байли Хармен Стенвейк родился в Делфте в 1612 году. Изучая его работы, такие как «Суета-сует», можно заметить, что художник использует тот же вещественный реквизит, что и Байли, за счет светлого теплого колорита несколько сглаживает общее настроение унылых размышлений и таинственной созерцательности. Помимо черепа, меча, раковины, погасшей свечи, курительных трубок, опрокинутой рюмки, часов, музыкальных инструментов, Хармен Стенвейк вводит здесь еще один символ суеты-сует – бегущие тени, следующие за падающим из окна в полумрак комнаты узким лучом света, как бы иллюстрируя мысль Иова, сравнившего человеческую жизнь с убегающей и невозвращающейся тенью.
Во второй половине 17-го столетия в трактовке темы «Суета-сует» все заметнее чувствуется сдвиг в сторону гуманизации по сравнению с подходом к этой теме в начале и середине столетия. Вместо угрюмых напоминаний об ожидающем человеке конце на художественную арену выступили картины криптограммы, требующие от зрителя определенных познаний символики. Двумя основными идеями того времени в натюрмортах типа «Суета-сует» становится идея бренности земной славы в жизни человека и тщеты человеческих занятий искусством и наукой, созвучные мыслям, выраженным в стихотворении Дирка Рафаэлса Камхёйзена «Жалоба на тщету человеческих познаний». Стремление к познанию бесполезно, взгляни в себя, и там зияет бездна, вершины гор и дно морей разведай, но тайны тайн не сыщешь там и следа. Твой разум хочет вникнуть в смысл природы, не разумея собственной природы. Искусство и наука двуедино, ждут следствий там, где не было причины. Пять наших чувств настолько нерадивы, а мысли их исчадия неправдивы, а срок нам отведенный столь ничтожен, что путь познания просто невозможен. В последний миг на ум приходит всем вопрос один единственный – зачем? В неведении, ничтожном и премногом, любой из нас предстанет перед Богом. Подобная трактовка темы «Суета-сует» определяла содержание и характер многих натюрмортов представителей этого жанра, работавших в то время в Голландии. Живописцы из Леовардена, столицы Фрисландии, Петруса Схутануса, амстердамских мастеров Юриана ван Стрека, Марии ван Остервейк и Яна ван дер Хейдена, живописцы из Хорна Матиаса Витхоса, Харлемца Винсента Лауренса ван дер Винни и лейденских художников Питера де Инга и Эдварда Кальера.